Григорьева Надежда Адольфовна. Город Курск. И вдруг красиво волосы легли и кончились во мне воспоминания, и растворилось облако вдали, и чувства удостоились признания. А старость обязательно пройдет, но с этим торопить ее не надо. Прошли века, прошел по рекам лед, прошла жара и началась прохлада. А эта женщина сказала: «Я не какая-то с вокзала, я не за деньги, я за ласку», и отряхнула водолазку. Как необжитый и убогий ее размытые черты, как мелко кудри завиты, как сбились туфельки в дороге. Она совсем не ровня мне, целованная кем попала, усталая, как на войне, в которой только отступала. Но что-то есть еще за нею, какая-то пустая малость. Она за дверью рассмеялась. Я так смеяться не умею. Был дом, был потолок над нами, и сонно чайник бормотал, шурша газетными листами, ты длинный вечер коротал. Я грелась под колючим пледом на колченогом топчине, а нашим предстоящим бедам и щелки не было извне, ни в окнах, утепленных ватой, ни под дверьми, где ватник стыл. И я была не виноватой, и ты не виноватым был, и мы и знали, и не знали, что, угасая как звезда, уже срывалась в никуда та комната в полуподвале. О, этот голод по тебе! Ты здесь, а я не насыщаюсь, в тебя почти что превращаюсь, а все одна, как в скорлупе. Но, Бог, спаси меня, предать мой голод по соединению. Мы совпадаем на мгновенье, и вновь сиротство, благодать. Любезная привычка бытия. И стол накрыт в саду среди берез, у дочери хозяйской зубик в кость, на трости у хозяина змея воздвиженье, ботвинья, сватовство, как стан затянут туго у корнета, как осыпается с деревьев лето, как впереди не видно ничего. Мы ждем их на другом конце моста. Еще в тазу варенье не остыло, но им сквозь дантов ад брести до тыла, чтоб ложку пенок донести до рта. Как дерево кольцуется семья. Опять кузина распашонку вяжет, часы ударят в доме. Прадед скажет: «Любезная привычка бытия».